16 октября 2021 года. Опускаю мачту. Надо сделать кое-какие регулировки на ВРШ. Кто следит за каналом, знает, что я установил ВРШ, уже поменял винт на новый. Старый ушел в Bluetooth. Нужно установить вот эти две шайбочки. Каждая шайбочка по 5 мм. Шайбочками нужно поджать пружину. Конструктивная особенность моего ВРШ. Регулировка не гайкой сжатия пружины, но той шайбы. Поджимаем пружину. А установка шайб. Не совсем удобно. Но в любом случае, что там опускать приходится мачту, чтобы там подкрутить, здесь установить. Вот и все. Опускаем. Да, хотел сначала одну 5-миллиметровую поставить, но потом сразу две установлю и грузы отодвину. Потому что по погоде, вот сегодня хорошая, вчера была хорошая погода, но ночью минус 5 вот сегодня. И уже тут чуть-чуть подальше и ветра начнутся. Как раз проверю. Вот. Короче, нет у меня времени, чтобы по одной их устанавливать и наблюдать за ним. Это слишком большой промежуток пройдет времени. Дел навалилось вот так. Ну что, опускаем? Итак, мачта внизу, все нормально, без проблем, вот, все уже сделал, работы буквально, чтобы подложить шайбочки, подложить. Пришлось снимать тяжки, ничего, все нормально, я говорю, буквально минут 20. Если бы меня не отвлекали, то вообще хорошо. Сейчас уже тепло стало. Такая погода отличная. О, красота. Сейчас одеваю кок. Обтекатель. Надо камеру маленько поправить. И пью чай и поднимаю мачту. Все, в принципе. Больше ничего не надо. И жду ветра. Вот и все. Так, датчик закручивания нормально. То есть все. Все работает. Сейчас закручено 2 оборота. Что там, неделю, да, наверное, нет, чуть больше с момента выхода видео прошло. Вот, принципиально не стал скручивать, так и оставил. То есть посмотрим, что там дальше будет с оборотами кабеля.
Ну вот и все. Сейчас восстанавливаю все на место. Падающую стрелу убираю. Растяжку восстанавливаю. Ну и все. А ну и включаю его. И наблюдаю. Да, но мне его опять надо выставить, конечно. Хорошо, что в прошлый раз Андрей не приехал. У него времени не было. Потому что пришлось опускать мачту, я все равно нарушил. Нарушил. Прямолинейность, да? Вертикаль. Потому что трос все равно неровно наматывается. То есть нельзя угадать намотку. Диаметр тут больше, тут меньше. И в итоге... Вот я сделал отметку, но натянул уже, блин, он, мама, не горюй, как натянут. Вот. Поднимал вот этой дрелью. Такое вот переходное устройство. Мама, папа, дрель советская, 400 ватт, 1200 оборотов. Все работает. Кстати, на третьей скорости сейчас поднимаю, потому что вес увеличился, голова сейчас очень тяжелая. Вот. Ну и все, сейчас наблюдаю. И все. И уже потом можно будет снять видео. Грузы открутил не на 5 оборотов, а на 10. Пружина слишком тугая. Ну, как по мне, не знаю, как справиться груза с ними. Ну, опустить потом также недолго. Вот буквально сколько у меня тут заняло. Если бы вы меня не отвлекали, ну, может, часа 2-2,5. Вот и все. Проголодался? Кушать хочу. Всем пока. Удачи.